Vero. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив, будь ко мне грешным. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, утешь Тебе души истины, и живи здесь, и вся исполняй. Источник всякого добра и жизни податель, приди и вселись в нас. И очисти нас от всякой скверны. И спаси, благой души наши, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем долгам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Встав после сна, мы преподаем стопам Твоим благи, и ангельскую песню возглашаем Тебе сильно. Свят, свят, свят Ты Божий, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети сердце, открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты Божий. Молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Не завтра. Со страхом воскликнет их в полночь. Свят, свят, свят Ты Божий. Молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получался Слово Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Царю и Богу нашему. Да восстанет Бог и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассеивается дым, ты рассеи, как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия, а праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицем Его, Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже,
когда ты выходил пред народом твоим, когда ты шествовал в пустыне, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева, обильный дождь проливал ты, Боже, на наследие твое, и когда оно изнемогало от труда, ты подкреплял его. Народ твой обитал там по благости твоей Божией. Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провознеснись великое множество. Цари воинств бегут, и сидящие дома делят добычу. Расположились в уделах своих, вы стали как голубицы, которые крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда всемогущий рассеял царей на всей земле, она заболела, как снег на Силмоне. Забелела. Забелела, как снег на Силмоне. Гора Божия, гора Вассанская, гора Востока, гора Вассанская. Что вы завистливо смотрите в горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать? И будет Господь обитать вечно. Колесниц Божиих в тьмы тысячи тысяч, среди их Господь на Синае во святилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатое имя закоснело своих беззакония. Господь сказал, от вас самого вращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы, язык твой в крови врагов. Видели шествие Твое Божие, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. Собрание, благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Там Вениамин, младший князь их, князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, палящихся слитками серебра. Рассыпь народы, желающие брани. Придут вельможи из Египта, Эфиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах, небес от века. Вот Он даст глазу своему глаз силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище своем. Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу своему. Благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу тебе песнь спасти, попадаю к стопам твоим, называю тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но жаль надо мной добровольно распявшийся. Скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня стоящего пред тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день, Христе Боже, и спаси меня. Владыка человеколюбчий, став после сна, я спешу к тебе.
И по милосердию Твоему принимай за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем. И избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня и введи в царство Твое вечное. Ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и без всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель Божий сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затемненного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвой мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу сдать каждому по делам его. Да найдет у нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей его, и готовыми войти с ним в радость и божественный чертог славы его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица его. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые, хумные помышления от несчастного моего сердца, помраченного ума моего. Погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Андрей, Игнатий, Сергий, ибо мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица Дева радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой. Благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, и благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы Христа Твоего в церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй Царя его духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей моих, братьев и сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей,
и всех православных христиан подай им твои земли небесные блага. Не лиши их милости твоих, посети их, укрепи, и силу твою дару им здравия и спасения души, ибо ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, прости им свои грехи, вольные и невольные, даруем Царство Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов твоих, праотцев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную Матери нашего Бога. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную больше почести, чем Херувим, и несравненно славнейшую между Серафим. Слава Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших, и всех святых, помилуй нас. Аминь. Найтихнешь молитву. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче! Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, Аллилуйя! Слава Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов. Благослови всех, трудившихся над моей душой и возрастанием ее, Марии, Михаила и Анны. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Сколько лет ты хранил и в этой ночи жизнь мою, душу и тело. Не покини смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Укрепи народ Твой, дабы не страшиться царей начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мир ликийский чудотворец, образ кротости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак и Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе.
Полите Бога, а нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин, философ, Косма и Дамиян, Андрей Стартилат и Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит народ Господь. Дабы никто не принял начертание зверя Антихриста, Анфиму, Вениамину, дай веры, и устраши родителей за ложное воспитание. Молите Бога, о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да укрепит нас Господь в святой православной вере, а замысле еретиков развеяй, в ничто преврати, Господи. Молите Бога на святых жены и девы, Фёкла Первомущенца, Патина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник, Июня, Киприана, Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Исправь непокоривость Галины, семейства и Евгения, Надежда, Надежда, Надежда Светлана, Мария, Раиса, Лариса, Марина, Юлия и Елена, Галина, Людмила и Анна. И нас помилуй, милости Твоя ради. Спаси и помилуй митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диомида, Тихона, Антония, священного Реакима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Липи, Андрея, диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, священников, Владимира, Максима, и дай нам еще священника, если угодно тебе. Посей помилуй епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, паству их, и весь священнический и иноческий чин. И высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время, правильно пользоваться им, не обольщаться мирским. Господи, Господи, приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от Тебя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пощи нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас от всякого рода зла и греха, и селения наше, от пожара, от воров, от нечистой силы, и живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа, Владимира, Никиты, Михаила. Пощи добрых жителей здесь, послушных. И сохрани школу, Господи. И пощи все необходимое для приема гостей, и взрослых, и детей. Аллилуйя! Воззри на врагов. Разруши их замыслы против истины. Примири их с нами. И в судный день не помяни их безумия и лживости, ожесточения, мстительности, злонравия. Не дай им погибнуть. Благослови благодетелей наших, Елену, Анастасию, Евгения, Евгения, Наталью, Максима, Владимира,
посети болящих, дай силу все перенести с благодарением, пошли им исцеление, Сергея, Александра, 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 Анну, Анну, Калерию, Игоря, Василия, Марию, Валентину, Валентину. Анастасия, нас помилуй милости Твоей, я ради. Благодарю Тебя за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. И во все свое время окажешься на пользу. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Аллилуйя! Благослови путешествующих Игоря, Раису, Льва. И отступников всех найди, Михаила, Александра, Николая. Ты знаешь их, не дай им погибнуть, Господи, в обольщении этим миром. Чтобы помнили о смерти и каждый день считали последним. Аллилуйя! Найди наше родство, всех обрати. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Это наше сокровище, сайт и форум. Все, что здесь есть для пользы людей, сохрани. А желающих сотворить злое и трудящихся, Игорь, Дмитрий, Виктор, Василия, Сергея. Аллилуйя! Защити место сие, где мы можем склоняться пред Твоим величием, прославляя Твое всемогущество. Ибо Ты достоин всяческого схваления и дел Твоих. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Сохрани нас в трезвении ума и мудри во спасение. Хвала Тебе, счастье и поклонение, слава и благодарение единому вечному Богу во Святой Троице, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. И прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Боже, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими, Господь и Бог наш, нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй по милосердию Твоему. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. Мы после молитвы, раньше было даже впереди, еще проходили кое-что полезное для молитвы, как правильно молиться. Вот сегодня Сергей считал, Отче наш, и почему-то не просчитал, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Почему, Сергей, забыл или что? Сергей Павлович. У меня текст написанный, да, там нет, она сейчас вставлю. Нет, ты добавь туда, чтобы не ошибаться. Кто там это составлял, он не прав. Написано, не отнимай от слов его, чтобы Бог не отнял участие в книге жизни. Священники добавляют Отца, Сына и Святого Духа. Его тоже делать нельзя. То есть враг покушается на молитву, молитву. Молитва, молитва – это высшая молитва, Отче наш. Ни слова. И вовеки все, веков не надо говорить. Иметь страх Божий перед Словом Божьим, с трепетом. Попутно скажу, потому что дальше будут события, некоторые отойдут. Андрей вчера, там что назначено было, Володя там Пащенко заказал, практически все купил. И все привез, молодец какой. И еще спрашивал, что еще взять. Мы тут разгрузились, завтра, если Господь позволит, самый большой прибыток должен быть.
привезут муку и все остальное. Это уже не наши люди, но Бог опять нашел их, и это в другом городе, и там и совет директоров, и оно опять вырешил нашу пользу. Только бы еще не изменилось. Так, мне чего не хватает ехать, все время забываю. Ты ездишь на машине, поищи, где продают клей, клеить резиновые сапоги. Ну, дыра там разорвалась, и хожу, нога хлюпает, вода. Клеить. Машину-то вы клеите как-то. Не вулканизация, а, ну, как велосипед раньше, камеры-то клеили. Другие-то уже помогли бы где-то. Так, с Украины. Кто у нас? Игнатов Сергей только? Я. Никого нету? Так, одна девушка очень хочет попасть к нам, но я ей запретил. Ей 20 лет. На крещение приехать. Если не будет попутчика. Одна 20 лет. Представьте, какая дорога, где ночью. Ну и вот надо попутчика найти. Хорошо было бы, если бы вы все равно думаете приехать, приехали бы и с ней, свой телефон мне сегодня же сразу скинули, а я ей дам, вы созвонитесь. Ну и дальше уже как Бог усмотрит. Мои рассуждения вам как, подходят? Подходят. Ну, там уже дома кого-то оставите с сыном там на работе. Подумайте, как сделать, потому что надеяться а на следующий год, это уж как Бог даст. Мы это-то не знаем, проживем или нет. Обстановка очень и очень нестабильная. Я кое-что сегодня покажу, тут только то, что мне известно, на меня скидывают. Это не просто так. Вот все остальное у нас идет как есть. Вот мы для чего совместно так открыли двери, молимся. Да некоторые не знают, где поклониться, что считать. И кроме того, мы делаем к молитвам вот эти рассуждения по теме, которая к истинному православию у меня в книге. Я вам советую в пятницу, последний раз, когда я буду молиться с вами вместе, дальше отложите до осени, до 10 октября. А как, почему так? Я совет даю, без объяснений. Без объяснений. Я уже в прошлый раз объяснял это. И занятия там перевели на другое, там Сергей Ильин, на него можно указывать. У него там меня обсуждали, да не смотрите на это. Кто-то обсуждал, не он. Он хороший человек, много знает. Он православный человек, и опасаться его не надо. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день, так скажу. Мы фактически знакомы с ним, наверное, лет 30 уже. Хотя все эти годы не встречались. Он еще во Фрунзе был. Ясно дело, что он моложе был. Так, за лето, если кто пожелает, как-то подыскивайте людей, которые бы заниматься хотели, и себе образуйте группы. И моления точно так же. Но их приводите уже к нам сюда. Потому что добавки, какие я делаю, для того, чтобы молитва была очищенная, полная, то это ну, не все будут делать. Итак, сегодня мы добавим из благовестия тема. Я уже это считал, несколько строчек. Что сегодня делается? В одном месте посчитается святой, чьи мощи тело нетленно. Истлело, вернее. А в другом нетление посчитают. Нетление вот здесь, к северу, а почему тут мороз? А на юге быстро истлевает это за святость. А если не треет, это плохо. Там я спрашивал, как? Говорит, ну его когда раскопают, там 5 лет прошло, не сотлел. Его снова, говорит, опять закапывают. И так до 3 раз, а потом, говорит, бросай в море. Что, это на фоне такой закон? Ну, я не знаю, но однако так вот, что там считается тление, костницы у них. Нетленных вообще не показывают, ни одного. А они там из костей, там монахи там такие, а украшения ажурные там делают, смотришь, и ребятишки играют костями. Уверовал, ушел в пустыню, народ ищет его, он снова уходит еще дальше. То есть это смирение такое называется. И туда идут толпы, берут землю, кору, воду, кости. Он смиренный, перед кем? Вопрос-то. Если бы этот человек, который уходит где-то в пустыню, прячется от людей, был покорен Слову Божию, как он мог пойти, когда это вопреки Слову Божию? И на суде это Божьем-то Бог будет судить по Слову Своему. И кого сегодня посчитают святыми, они не будут там святыми-то, если они противничали Богу. Ну, тут даже толковать ничего не надо. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Только что прошел День Троицы. Господь говорит, пошлю Духа Святого, ждите обетованного. И будете мне свидетелями, не беглецами, не прятаться, не жеманничать. Ой, какой смиренный, ему хотели там что-то дать, а он все забросил и пошел. И Златоуст высмеивает таких людей.
Это Диоген был такой. Днем ищет с фонарем по площади. Что ты ищешь, солнышко? Да я ищу добрых людей. Да где ты их найдешь, когда при солнечном свете их нету нигде? И вот был такой тоже у них. Все бросил. Ничего у него нету. Какую-то бочку залез и живет. А богатство в море бросил, никому не отдал. И одна кружка у него была. И однажды подошел воду почерпнуть. Смотрит, а мальчишка воду пьет пригоршней. Он говорит, и ты лишняя, и забросил кружку. Ну и что? Польза-то какая от того? Как можно взять это пример? Ну давайте все кружки забросим, из лужи пить будем. И Иоанн Златоуст, это они назывались циники. Это у них почетно. У нас циником назови человека, так это плохо. А у них хорошо считалось. И что дальше делают? Стали брать землю с могилы. Ну, как вот у Матроны там. Мазаться кровью. Разводить и пить ее, кровь человеческую. Вот я это скажу, это даже Осипов не знает. Он просто не знает. Нигде про это он не скажет. Почему? Где написано? 14 декабря Филимон. 12 сентября Юлиан. 9 июля Федор Эдески. 13 января Иринарх Ростовский. 22 января Серафим Саровский. То есть о том, что говорю, землю, кору, воду там берут у них. Самоубийство стали прославлять. Самоубийство. Бросился с высоты, утопился. Самосожжение стали восхвалять как подвиг. Это 3 октября Зиновия, 31 января Трифон, 8 октября Пелагея, 12 августа Фотий, 22 марта Драсида. Вот ее празднуют Драсида, это дочь императора. А у нее ничего не было евангельского, ничего. Сама где-то мира достала, залезла в воду, сама себя крестила, помазала и там... Император печь развел, как доменную печь, и говорит, и надпись сделал, христиане, избавьте нас от того, что мы ищем вас. Сами приходите в печь, бросайтесь. И вот как придурки какие, пришли, нырнула в огонь, сгорела. И это такое состояние людей было, стали прославлять это мученичество, и вот до чего дошло. И это в житии написано у Дмитрия Ростовского за март месяц, 22 марта, Драсида. Но я их насчитывал, поэтому составлял симфонию, потому говорю, чтобы ну, не подражали таким-то. Человеческую кровь стали разводить. То есть он, человек этот погиб, его кровью пропиталась одежда, одежду вымачивали, там с полотенца. Это 5 июля Афанасий Афонский. Скажет, да не было такого. Ну, даже гематоген нельзя пить. И где-то с кровью что-то, мясо продается, и задавилось, рябчик попал там или фазан, нельзя есть. 15 глава Деяния апостолов. А тут человеческую кровь-то. Ну что у нас люди думать-то будут? 5 июля Афанасий Афонский. И это все в житиях написано, как будто так и надо, что правильно делали. Частицу причастия стали класть на грудь мертвого. 14 марта, Венедикт. Ну тут-то что есть евангельское? И вот стали тогда награды придумывать. Какие? Митры, клобуки, колокола, шлейфы архиерейские. Шлейф, вот идет архиерей, а у него сзади одежда метра на три больше. Ну, как у английской королевы. И а сзади он поворачивается, хвост павлиний-то длинный-то, а вокруг него уже бегом приходится бежать, который там помогает ему. Ну что это-то? Зачем это-то? Явно, что неповоротливый. Ну не будет он такой бодрый бегать, как вот смотришь, бежит перепелка там или какая птица. Ну взять-то павлина-то. Он же не может бегать с таким хвостом-то. Сидит там, высоко ему надо какой-то нашест, он хвост распустит. Это вот все архиерейские служения. Палец, ордена. Палец это... Подручник висит, это палец. Ну, ребятишки, прямо и ордена придумали там, которые в церкви дают Даниила Московского. Кому они нужны? Зачем? Все это есть страшная дань бездуховности. Жалкая попытка прикрыть ту зияющую бездну, когда живое слово проповеди ушло из жизни.
Но даже сказать слух об этом боязно. Сочтут сказанное за ересь и могут отлучить от церкви и предать духовной инквизиции. Я говорю это, то, что по мне не раз эта колесница проезжала, но они отступают. И вот что интересно, даже интересно, вот есть такие, ну, да бывает, родоначальники. Вот одна епархия на меня напала, вторая, третья, книги берут на исследования, цензорские отделы, тульская, ну, то есть самые лживые такие. И что интересно, их теперь эти епархии, как Кузбасская, Кемеровская, под этот же топор ставят, что они не православные совсем, с католиками соединились. И сегодня я гляжу, мне уже подбрасывают эти материалы. И там один какой-то писал, такой ресурс у них был, истинная РПЦЗ, в кавычках, в России. Ну, все против меня. Ни одного слова правильного нет, ни одного. То есть, ну, колобродит, демон сидит, демон. А вчера мне сообщают новость, их занесли в экстремистские, то есть прихлопнули и все, в экстремистские. Это нет ничего. Но это, говорит, не за вас. Нет, там что-то они там все время дальше-то, как правило-то евреев поносят, евреев они не любят. А на меня говорят юдофобия. Ой-ой-ой. Ну все наоборот, как говорит Достоевский, если хочешь сильнее уязвить кого-то, обвиняй его собственными грехами. Ну, будет говорить там прелюбодей. А я же знаю, он и есть прелюбодей-то. Жена плачет каждый день-то. А он на тебя говорит, ну тебе же обидно. Да ты же сам такой. А я им не отвечаю. Я знаю. А они желают, чтобы я вылез на бруствер. А зачем вылазить? Не надо. У меня материалы богатые, там все есть. А какая бездна прикрыть? Профессор Марцинковский говорит, вырви из сознания людей Евангелия, и на место его будет зиять смертельная зияющая рана, которой ничем не прикрыть. Вместо Евангелия вот это вот все теперь идет. И отцы собора, запрещая в храмах проповедовать, даже такое правило придумали, непосвященным в сан. Ну, может быть, и правильно было, чтобы не каждый лез в храме-то. За храмом можно. Чувствовали, что это дело опасное, и потому наказание дали. 40 дней. Ну, смешно прям это. 40 дней. Если заметили, что он в церкви, говорит, но я даже на это не пошел. Раньше, когда я проповедовал, батюшки не было, там мы в трапезной, а столы поднимали, друг на друга опрокидывали. Ну и тогда я мог, это не в храме, это отдельно трапезная. За сотрудничество с врагами церкви, ну, помогал там ловить христиан, помощь им. Это Григорий Чудотворец, неокесарийский. Неокесарийский, а то Григорий Низкий есть, брат Василия Великого. А это Григорий Чудотворец, неокесарийский. Правила его отлучают на 30 лет, кто сотрудничал с врагами. Они, архиереи-то, все и сотрудничали. Подпольная церковь, которая была катакомбники, прям вылавливали, узнавали, посылали. На 30 лет. Я спрашиваю, ну вот, есть самое легкое правило какое? А если ты мирянин проповедовал, это самое легкое, 40 дней. Ну, 40-то дней, это Великий пост и кончилось. А самое строгое правило какое? Никогда никто не скажет. Иосипов не скажет. Когда разделили на епархии, а никто раньше-то и не знал этих епархий-то. Шли и проповедовали, какие епархии-то? Запарились там с епархиями-то. И вот бывает там где-то пограничная зона такая, и оттуда пришел диакон, и что-то такое было. И тот считать стал своей или еще что-то, то написано. За попытку одного архиерея отнять у другого епархию, или там маленький клочок, а отлучение его пожизненное, и даже не отпевать. Пожизненное. И даже при смерти не давать причастия. Только одно такое правило есть. Вот как они любят свои эти епархии. Представьте, любой убийца, палач, там, любого маньяка можно причастить при смерти, если он христианин, просит крещения, напутствие дать. А этому нету, епископу нету. И что интересно, время идет, следующий собор, правила-то это оставили, а в скобках написали, и не знаем, почему так строго святые отцы поступили. А теперь этого правила я читаю, и вообще нету книги правил. Ну, некоторые не могут вывести оглашенные из Едити. Они эти правила выбросили. Тогда и литургии Василия нету, этого Яна Златоуста нету. Тогда и причастия нету. То есть она ложными. Литургия это будет. Литургия верная. Вместо того положения Аполлоса, которое имели служители слова, пользуется всеми преимуществами рождающего. Аполлос проповедовал,
его приняли, Ахилла, Прескилла, там и научили. И дальше уже люди стали уважать его. И вот дальше считаем. Когда считаешь отчеты Игнатия Брянчанинова о его поездке по монастырям, там в Черноморске он был, инспекцию, а их было в России перед революцией, где-то себе черкните. Монастырей было 1275. Это очень редкий материал. Я его нашел почти в архивах. 1275. И он нашел мерзость запустения на святом месте. И одно лицемерство, куда понабились тунеядцы. Это все он пишет, Игнатий Брянчанинов. Хотя я его считаю нерожденным свыше. Он монах. И заботился все о монашестве. Как раз то, что погубило Россию. Проповеди-то не было. И он видел на святом месте одно лицемерство. И монахини, эти черные галки, ни молиться, ни жить не умеют. И вот там речи богомерзкие. Стоглав, глава 52. Идут в монастыри ради покоя, глава 44. У безбожников такого нет, 53 глава говорит. В храмах разговоры, в шапках, дерутся попы между собою. Воры, 51 глава. На престолах волшебство, мерзость. На престоле, где только может чаша Господня, и почему-то митру можно ставить. Чего ради этой шапка-то их там стоит-то? А они стали класть на престолы. Послед женщины, вот бывает, ребенок родился в рубашке, а то высушивают. И, ну, волшебство было. Попы пьяные, это в кавычки взято, бьются между собой до крови. Попы между собою. 29-34 главы. В церкви шепотки не вести. 38 глава. Шапок татарских не носить. Поганские обычаи у каждой страны, а у нас свои. Бород не стричь и усов не подстригать. 40 глава. Причащаешься ты или что? Усы не трогай. На усах, особенно внизу, все архиереи подстригают. Сорочку родившегося держали на престоле. 41 глава. Деньги за крещение, за иные таинства не брать. 44 глава, это я все 100 глав считаю. Богатым льготы в монастыре было 3 сорта кваса, 52 глава, и даже 7 сортов. И новая церковь не строит тщеславия ради, как в Греции, там в каждом дворе церкви можно строить. Это 100 глав собор был, в 1551 году председательствующий был 15-летний, будущий Иван Грозный. И главное, вот столько выявили вот этих недостатков, Никон пришел, и этот собор, а на этом соборе были святые, канонизированные, и он собор этот выкинул, и все. И сейчас спроси попов, стоглав, они не знают даже его. Это один из самых сильных соборов был, уважаемых. Конкретно занялись ревизией, что в церкви делалось. Взяли, выбросили. Почему? Ну а зачем выбрасывать оглашенные изыдите? Что же стало с верой на Руси? Нероны, Трояны, Деки, Диоклетианы, Юлианы и Ульяновы не сделали того поругания, а обмерщения в церкви, что сделали мы сами, отвергнув живое слово, вырвав его из сознания людей, когда попытались проповедь ограничить только храмом и только через епископов и пресвитеров. Пресвитерам не разрешали проповедовать, только епископ. Удар в 1917 году нанесли потому, что считалось святым. И оказалось, что никакой святой Руси и не было, а была полуязыческая страна, где Евангелие не проповедовалось, как должно, и даже никак во многих местах. А место свято пусто не бывает. И с такой же ревностью тот же русский мужик, не еврей, не масон, полез крушить купола, жечь иконы. Кавычки открыты. Процессы духовного разложения и перерождения в русском именно народе, как ни в каком другом, зашли слишком глубоко. Так глубоко, что стали необратимы. И всю патриархию в целом следует признать еретическим сообществом. А массы ее простых прихожан, а это миллионы людей, обманутым и в конец одураченным стадом словесных овец, ведомых патриархией прямо в погибель. В тот вечный огонь, которому каждый раз 9 мая кадят и кланяются и патриарх, и многие иные деятели патриархии, кавычки закрыты, протоиерей Лев Лебедев. И главное, вот это, что он сказал, никак не берут. А где он сказал против Потеряевки,
А что он сказал-то, чтобы не проповедовали? А это берут. Нет Бога познания. Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, нет ни милосердия, ни Бога познания на земле. Осия, пророк, 4 глава, 1 стих. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Послание Павла к евреям 4:2. Слово Господне было редко в те дни, видения были несчасты. 1 Царств 3:1. Слово Божие росло и распространялось. Деяние 12:24. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Деяние 19:20. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Евангелие от Иоанна 8:47. Причина-то вот какая. Почему они не падают? Да они чужие совершенно люди. А без сеяния Слова Божия нет ни 30-кратного урожая никакого, а есть только тернии и волчцы. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. 1 Тимофея 4:16. И об этом учении, об истине православия ничего не знают ни пастыри, ни прихожане. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. Деяние 28:22. Во времена же Григория Богослова любая кухарка, покупая что-то у арианина, забывала о детях своих и то, что торгует, но часами могла доказывать истинность учения о пресвятой, нераздельной, единосущной Троице. Тогда все места сел и городов превратились в училища и места диспутов. А ты иди и благовествуй, Лука 9:60, несмотря на запреты властей мирских и духовных. Заключаю, что через поколение, много через два, иссякнет наше православие. Если не изменить у нас образа воспитания и обычаев общества, то будет больше и больше слабеть истинное христианство. И, наконец, и совсем кончится. Останется только имя христианское, а духа христианского не будет. Все преисполнит дух мира. 1863 год, Феофан Затворник. И вот, говорит, злые делатели, они не идут. Войдут другие, которые разрушат сам виноградник, то есть секты, ереси, харизматы, как на Украине. Сегодня сборищем всякой нечистоты. Отстойником является Украина, и поэтому такое ее и постигло. Все ереси, там Журавлева, отступники, там, считаешь, Бенхин приезжает, показывает все в интернете. Только на Украине. Оттуда теперь сюда волокут к нам. Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия, православная вера будет попрана. Архиереи Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты православия, и зато Господь тяжко их накажет, то есть расстреляет. Я убогий Серафим. 3 дня и 3 ночи молил Господа, чтобы он лучше меня лишил Царствия Небесного, а их бы помиловал. Но Господь ответил, не помилую их, ибо они учат учением человеческим, языком чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. 3-й том книги, настольная книга священнослужителя, 601-я страница, при патриархе Пимени издание вышло. И вот много об этом говорит Феофан Затворник, о Серафим Саровский. Но ни тот, ни другой не пошли евангельским путем. А уж я не говорю про Игнатия Брянчанинова, там у него вообще по Евангелию-то ничего нет. Он жития святых там перебирал, смотрел, видел и скорбел и плакал. Но никто не образовал из них хотя бы небольшие миссионерские группы по 2 человека и послать в мир. Кружки по изучению Слова Божия, ну, интернета не было, но можно было собирать, никого нету. Как собирать? Ну, а как народовольцы-то шли? Они тогда решили, царь не запрещает идти в народ, чтобы учителя были, нет. Ну, давайте... Учителя заканчивать пошли, там Софья Перовская, все, будем учить.
народ и учите постепенно отравлять его от Бога, насмехаться там над правилами, над канонами. Вот и все. Они народовольцами назывались. Сегодня-то этих волонтеров-то нету. Я говорю, у вас есть там кружки по изучению Слова Божия? Да вы что? У нас староста, говорит, вышел и сказал, братья и сестры, будьте внимательны. У нас люди появились здесь с бородами, с поясами. Это как американские шпионы. С бородами, с поясами американские шпионы. Вы, братья и сестры, подумайте, к чему они учат. Они говорят, жить надо по Евангелию. Да кто ж когда жил по Евангелию? Братья и сестры, не поддавайтесь. Это прямо из церкви. Из церкви. Да кто ж когда жил-то по Евангелию? Это сегодня мне сообщают и пишут. Это все храмы Московской Патриархии. Но неужели такое есть? За что, говорит, купил, зато продаю. У нас был благочинный, у него была огромная власть. Один архиерей, это Кроха Максим, архиепископ, который рукополагал отца Якима, он говорил, таких, вот как он, ваш, примерно 4 благочинных, такой власти даже епископы не имели. Он только и слушал, где бы кто еще не сказал. Вот я был, где там проповедовал, он не вызывал. Но я зачем-то зайду, там крестить кого-то надо в полное погружение. И он сразу, Игнатий, вы опять говорили там про Христа на площади. Я говорю, конечно, так нельзя же, за это отлучают от церкви. То есть речь идет в церкви, нельзя мирянину проповедовать. А он это перенес дальше, на улицу, на площадь. И голову опустит. И на меня смотрит так. А сам белорус, из Белоруссии, Войтович, отец Николай, умирает раньше меня. Исповедуется и знает, что с нами встречается. Вот Володя Толстов, у нас тут Тальменко есть, село большое. И он исповедует, исповедует его. Ну, что исповедовать? А он шофер и такой, ну, здоровый, огромный мужик, ну, как вот Герасим, Муму. Вот он вышел, я говорю, Володя, ты что так долго-то там, бабки там не дождутся тебя. Так и исповедь. Ну, о чем тебе исповедовал? Про вас спрашивал. Да какая же это исповедь? А ее Евангелие считать говорил? Нет. А как он спрашивал? Говорил, а Игнатий вам говорил, чтобы не голосовали за советскую власть? Я говорю, нет. Да ты на исповеди, ты говори правду. Да я правду говорю. Он вам говорил, чтобы в церковь не ходить? Да нет, наоборот, мы через него и пришли. Он не знает, что. А другого исповедует, он уже в церкви помогает в алтаре там кадила подать, Володя Пенкин. И он его там на исповеди, или как, не могу сказать, начал допрашивать. Ты случайно с Игнатием не знаешься? То есть не знает, он кочегаром в церкви работал. Да как же, знаюсь, говорит, он дружок мой. Он такой простодырый, простой, он же дружок мой. И этим отбил, он больше его не стал трогать. А которые прятались, он их всех понял, что они лукавые люди, выгнал. Сын у него Александр, у отца Николая Войтовича, Войтович. С Надеждой Васильевной в одном работали 3, он инженер-строитель, архитектор был, а она техничка. Внезапно умирает, 40-то лет с чем-то только было. Жизни-то нету. А было седой, белый-белый волос у него, отца Николая-то. А кто знает, чего он белый-то? А он на 2 года, кажется, старше меня был. А до моего возраста-то не дожил, какой я сегодня. А что он так? На машине ехал, девочку задавил. Девочку. Ну, это дело замяли, за него власть была. И я ему это сказал, говорю, такое было, если было, то вы не можете служить. Но я же не до смерти задавил ее. Я не до смерти, то есть, видимо, она калека осталась или что-то. Спустя какое-то время умерла. И я, говорю, все время платил деньги. Он мне откровенно сказал. Значит, это событие было в его жизни, а результаты я не знаю. Но факт тот. У него дочка была Саша и Таня. Таня. Хорошая девушка такая. И я ему говорю, ну, если она хорошая, так почему же она комсомолка-то? Он на меня глаза вскинул. А вы откуда знаете? Ну, знаю, как это. И он не мог знать, откуда я знаю. А я знаю. Узнали, что она выходит замуж за Олимпия. Олимпия его звать. Он батюшкой в Красноярском крае работает. И ее из комсомола там выговор, что ли, дали. Знает, что она поповская дочь. Ну, папа ей составил.
документ, что если вы считаете, я непригодна быть в рядах комсомола, я непригодна, а хотя мое имя здесь в числе лучших учащихся медицинского университета, то есть она умница такая, то можете меня исключить. То есть она это пишет, что папа сказал. И я дословно, говорю, поместил материал в своих книгах. Дословно, что она рукой своей написала. Написала в ректорат университета, а записка оказалась у меня в тот же день в руках. Как это может быть? Ну, Господь делает, как? Не ходил же я туда. Я говорю, отец Николай, ну как же так вот? Вы против меня идете, чтобы отлучить вас, говорят, откуда вы знаете? Я говорю, да кого-то. Вот, в Кулунде-то тут или в Славгороде церковь открывали, вот привязывается и все. А у вас вот тут кафель не такой. Ну, это кафель сделали, а на нем рубчики, пыль будет задерживаться, рубчики на кафеле, и надо было срубать кафельную плитку, все срубили по новой. Ну, все сделали. Он уполномоченно спрашивает, ну, церковь-то открыть надо. И тогда тот прямо говорит, откроем церковь тогда, когда отлучите от церкви Игнатия Лапкина. Он на меня воздрелся так. Но я же не согласился. То есть он простой был, батюшка-то. Но я же не дал согласия. Правильно, я говорю, не дали. Но вы же сумели их довести до этого, что они вам доверяют отлучать. Я говорю, на чьих костях строите? Это было Иерихоне сказано. На первенце твоем поставишь ворота и заложишь камень города Иерихона. И вы на мне строите. На мне. Но, когда на Пасху церковь тут была буквально окружена, милиция была еще, и никого не допускают, таких, кто под сомнением вроде. А не пускают-то идут молодые, которые не пускают. А бабка идет, ее пустят. Ну, а и меня-то знали. Я стал говорить тут, они меня попросили зайти к ним. Рафик был такой, как сегодня Газель. Зашел, а там милиция сидят и говорят, вы нам что-нибудь расскажите, что тут такое сегодня у них? И Пасха, никто не знает. Пасха это что? Сейчас принесли там бабки там эти какие-то стряпню свою? Да нет. Я стал объяснять. Утром прихожу, отец Николай мне и говорит, так Игнатий, вы что это? Мне говорят, что вы и в милиции даже проповедовали в автобусе ее. Он тоже все знал. Я говорю, конечно. И он посидел на меня, посмотрел, улыбнулся, говорит, а победа-то на нашей стороне была. Мне до того смешно, он меня гнобит, меня давит. А внутри-то он понимает, что к какому краю он лепится, у безбожников-то нет ничего. И был уполномоченный Седишев Александр Петрович, недавно умер, недавно. Коммунист. Ой, гнал церковь, как он строит, там где еще не давал. А в последнее время из храма не вылазил. Он и жена его. Я его видел и подошел, как-то и спрашиваю, ну вы посты-то соблюдаете? Какие посты? Ну, сейчас Великий пост идет. Так у меня же желудок больной, я курочку сварил сегодня, на исповедь пришел, курочку. Да кто же вам разрешил? Отец Николай. Так они создали такой патриархат Сталин с Берией в сентябре 43-го года. Вы же для себя его и создали это, чтобы вам можно было ходить и не каяться. Совершенно неверующий. Теперь рассказывает, как он на Финском фронте был, а жил долго, кажется, 93 года или... Без года 90, что-то такое, 90 там великая цифра. И мама за меня молилась, ну, и вот я вернулся живой, правда, я там стал коммунистом, всю эту биографию свою. И вот видения какие были, кавычки открыты. На престоле большая звезда, Евангелие со звездою, и свечи горят смоляные, трещат, как дрова, и чаша стоит. А из чаши сильное зловоние идет. И оттуда всякие гады, скорпионы, пауки ползают. Страшно смотреть на все это. А перед престолом стоит священник в ярко-красной ризе. И по ризе ползают зеленые жабы, пауки. И лицо у него страшное. И черное, как уголь. Глаза красные, а изо рта у него идет дым. И пальцы черные. И в этой церкви нельзя принимать миропомазание. Видение Иоанна Кронштадтского. А в последнее время мир будет опоясан железом и бумагой, нектарий. Еще раз повторяю, что ходить в те храмы нельзя будет, благодати в них не будет. Лаврентий Черниговский.
Меня часто спрашивают, ну когда это время наступит, не знаю. А как сегодня? Ходить. Ну как же Лаврентий сказал, ну вы не знаете, о каком времени. Сегодня ходить. Истинно благочестивые христиане потерпят гонения от своих лже-братьев, лицемерных христиан. Количество христиан, хотя и увеличится ради милостивой благодати Христовой при последней всемирной проповеди, но далеко не все они явятся подлинными последователями Христа. Многие будут ограничиваться только одной наружностью, а одними внешними обрядами. Тогда литургия твориться будет вскачь по большой дороге. Нил нераточивый Афон. Тогда, хотя имя христианское будет слышаться повсюду, и повсюду будут видны храмы и чины церковные, но все это одна видимость. Внутри же отступление истинное. Феофан Затворник. Враг рода будет действовать хитростью. Он не станет грубо отвергать догматы Святой Троицы, Божества Иисуса Христа и достоинства Богородицы, а незаметно станет искажать переданные святыми отцами от Духа Святого учения Церкви и самый Дух Его, уставы. И эти ухищрения врага заметят только немногие, наиболее искусные в духовной жизни. Еретики возьмут власть над Церковью, всюду будут ставить своих слуг, и благочестие будет в пренебрежении. Анатолий Оптинский-младший. И опять кавычки открыты. Приходит время, закрытые храмы будут ремонтировать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Купола будут золотить как храмов, так и колоколен. Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда. А ходить в те храмы нельзя. Церкви будут, а православному в них нельзя будет ходить. Ремонты храмов будут до самого пришествия Антихриста. Лаврентий Черниговский. Священство последних веков будет в нравственном падении через две страсти – тщеславие и чревоугодие. Тщеславие и чревоугодие. Нифон Цареградский. Вот тщеславие, всякие эти награды, там названия. Что интересно, награда дается служить с открытыми царскими вратами да Отче наш. Это считается очень большая награда. А служить литургию с открытыми дверями, да, молитвы, Отче наш. Ну, считай, 7 слов. Ну, и поэтому они сократяют священники и говорят, что у меня орден дали, там, Данила, и служить с отверстием. Значит, он еще и с отверстием. 99 священников из 100 объявят себя за Антихриста. Владимир Сергеевич Соловьев. Нынешний страшный упадок веры и нрава весьма много зависит от холодности своим, к своим паствам, иерархов и вообще священства. Вот кто виновен. А кто это сказал? Иоанн Кронштадтский. И что интересно, святой и праведный, масло масляное. Я спрашиваю, ну если святой Иоанн Златоуст святой, ну раз святой, то и праведный. Но тут надо обязательно говорить, если праведный Нифон, то праведный. Нет, к Иоанну Кронштадтскому святой и праведный. Вот. Придумали, и все теперь. А эти, как попки-то, повторяют другие. К нашей церкви будут присоединяться только отдельные личности. Нектарий Оптинский. Не всякое собрание епископов есть собор, а только собрание епископов, стоящих в истине. Федор Студит. Скоро в храме нельзя будет ходить. Все изменится. Только избранные увидят это. Людей будут заставлять ходить в церковь, но мы не должны будем ходить туда ни в коем случае. Кукша. Только заново крещенная Русь может стать православным царством. Архимандрит Константин Зайцев. С помощью церковных властей проповеди приводить будут членов церкви к тому, чтобы принять Антихриста. И кто не послушается антихристовых приказов, будут подвергнуты нескончаемым мучениям. Харлампий. Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судей и пророков, так и в церкви своей в моменты чрезвычайные он обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности, как бы пророков, сильных духом и верою. Не имея официального назначения, то есть не священники, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Но это предводительство не имеет официального характера.
не является установленной в церкви должностью и не всегда держится служебных рамок. Как и всякое пророчество, оно есть личный подвиг таких людей, делая их личной, внутренней, духовной предприимчивости и ревности о Боге и Церкви Божией. А кто это говорит? Митрополит Сергий Строгородский. Руководителем теперь является сам Господь, да отчасти книги. Кто имеет их и может понимать? Игумен Никон. Ну, на сегодня все. Сейчас я высвечу, кто до конца сумел дотерпеть нас. Ну, кто тут есть у нас? Сергея Пупкова нету, наверное, ушел гулять с собаками. Но, тогда помоги мне клей найти, сапоги заклеить, пожалуйста. Игнатов здесь? Здесь. Пожалуйста, дорогой брат, если приедете на крещение к нам, дайте мне сегодня адрес, скиньте телефон. И девушку, чтобы забрали с собой и обратно отвезли. Но только приезжайте, чтобы подольше у нас побыть. Я поможете понял. Что-то, со мной поработайте вместе. Вот вам будет проверка. Анатолий Меньшиков здесь? Здесь, спаси Христос. А Рогачевский Андрей? Нет, он, наверное, не может включить. Ну все. Есть. Телефон был включен. С Богом. Так, с Богом. Я сейчас, подождите. Так это у нас еще молитва была. Я включаю, и события дня минуты через две будет.